Проект 46,4 продолжается, и сейчас хочу продемонстрировать вентилируемый фасад этого дома. Производим подготовку для укладывания трасс систем кондиционирования. Значит, вентилируемый фасад вот при разборке показал нам следующее в этом доме, что у нас идет, вот мы сняли верхнюю часть, далее идет минвата, два слоя. В середине кирпич 5 сантиметров, и получается вот еще 10 сантиметров. Скажу, что дом очень теплый, очень достойно при выключенном отоплении и минус 10 на улице. В квартире получается очень хорошее, где-то плюс 12, плюс 15 при выключенных батареях. Так что здесь все достойно, и я рад тому, что мой выбор пал на этот дом. 10 сантиметров минваты, фасадик. Вот так это выглядит сверху. Все, всем пока.